Hi, dear students. Let's begin our English lesson. Today, we shall speak about clothes, about jeans and dresses. Let's compare them. Jeans or dress. Write down your today's date on your copybooks and today's theme. Look at the aims of our lesson. Students, you must answer to these questions. When was last time you went to a birthday party? Ребята, вы должны уметь отвечать на такие виды вопроса. Вам задали вопрос на прошедшем времени. Видите слово was states? Давайте переведем с вами это предложение. Этот вопрос. Когда был твой прошлый день рождения, когда ходила на день рождения. Значит, мы должны ответить таким образом. Сначала ставим, конечно же, subject, I. Потом глагол в прошедшей форме went. Так, когда вы ходили последний раз на день рождения? Допустим, 2 месяца тому назад. Так, пишем I went to a birthday party. Я сокращенно напишу. To a birthday party. Two months ago. Я думаю, вы сами разберетесь. Отвечаем на вопрос второй. What did you wear? Что ты одевал? Видите, ребята, глагол уже во второй форме не ставим, потому что у нас вспомогательный глагол did стоит. Мы не должны уже глагол второй формы превращать. Но мы превращаем при ответе. Ответ B. I. Так, wear неправильный глагол, и его вторая форма were. I were. Вот глагол второй формы. Например, jeans. I wore jeans. Просто такой ответ. Ответ C. What clothes do you think are better for girls to wear for a party? Значит, какая одежда, ты думаешь, лучше всего для девочек на день рождения, на вечеринке? Тут вопрос уже на present simple. И тут глагол второй формы уже не надо ставить. Так. Тут уже сравнение идет. Видите? Better. Пишите. It's better. Наверное, для девочки лучше всего одеть платье, да? It's better to wear a dress for a party. Значит, лучше всего одеть платье на день рождения или на вечеринку. The question D. What clothes do you think are better for boys? It's better to wear jeans for a party. Надо указать, кому. For boys. Okay, let's continue. To this question, you must answer by yourself. На эти вопросы вы должны ответить самостоятельно после того, как прочитаете диалог Айгуль and her mom. Все вопросы вы найдете в диалоги. Ну как, классная работа? На последний вопрос вы должны ответить. Записать в своих тетрадях. Это тоже я буду проверять. Now let's read the dialogue on your books. В вашей книге этот диалог есть. Читаем диалог внимательно.
и отвечайте на вопросы. Okay, let's check. Давайте проверим. Первый вопрос звучал. What did Айгуль want to buy? Why? Что хотела Айгуль купить? Почему? Айгуль wanted to buy new jeans because they are stylish and comfortable. You can say more stylish and comfortable than dresses. The second question B. What did Айгуль's mom want to buy? Why? Что хотела купить мама Айгуль? Айгуль's mom wanted to buy a dress because it's as stylish as the jeans. As stylish as the jeans. Такие же стильные, как и джинсы. It's also smarter and cheaper than jeans. Мама Айгуль хотела купить платье, потому что они такие же стильные, как и джинсы. И они также моднее, дешевле, чем джинсы. Question C. What did Айгуль finally buy? Что купила Айгуль в конце? Ребята, обратите внимание, что вопрос, если задается на past simple, всегда ставим вместо do did. Не забывайте, значит, все эти вопросы вам задали на past simple. Вопрос относится к прошлому времени. Айгуль bought a dress. Видите, в вопросе был did buy, да? Айгуль did buy. Но в ответе мы ставим глагол во второй форме bought. Айгуль bought a dress. Айгуль купила платье. A question D. It's your answers. Как я вам уже объяснила, вопрос D вам как классная работа. Look at the comparative form of adjectives. Давайте с вами рассмотрим сравнительную степень прилагательных. Вообще, прилагательное отвечает на вопрос «какой?», да, вы знаете. На английском «what?». «What?» – «какой?» – «smart?» – «модный?» – «cheap?» – «дешевый?» – «easy?» – «легкий?» – «stylish?» – «стильный?» – «expensive?» – «дорогой?» – «good?» – «хороший?» Давайте теперь, ребята, посмотрим на сравнительную степень. «Smarter than» – значит, «моднее чем?» «Cheaper than» – «дешевле чем?» Easier than, легче чем. More stylish than. Ставим more, потому что stylish относится к двусложным прилагательным. Если у нас прилагательное состоит более чем из 6 букв, ребята, мы к нему окончание er не добавляем. Мы к нему добавляем more. Значит, more stylish than переводится как более стильный. Expensive, видите, тоже это двусложное прилагательное. Более чем из 6 букв состоит. Добавляем также more. More expensive than. And in adjectives we have irregular forms. We form in another way. Мы образуем по-другому следующие прилагательные. Вы должны их запомнить. Good, better. Хороший, лучше. Bad, worse than, плохой, хуже, чем. Little, less than, маленький, меньше, чем. Many, much, много, more, больше. Far, далекий, further, или farther. Дальше. The dress is as stylish as jeans. Также у нас есть слова такой же стильный, как. Тут уже у нас прилагательные остаются без изменения, когда мы вставляем такой же, как SS. Let's do exercise 5. Write the comparatives. You have 2 minutes. У вас 2 минуты. Давайте, ребята, дайте мне сравнительную степень этих слов. Поставьте видео на паузу. And let's check. Давайте проверим. Okay, let's look at the pictures. Let's compare a bicycle and motorbike. Давайте сравним две картинки. Bicycle – велосипед, motorbike – мотоцикл.
A motorbike is faster than bicycle. Мотоцикл быстрее, чем велосипед. Вот у нас степень сравнения. Write down your homework, my dear. Your homework will be on page 117. Do exercise 6 and exercise 7. Thank you. Goodbye.